Вот, ребята, вы постоянно угораете с того, что я проверяю шизу, как вы это говорите, да? А я уже отснял обзор на этот кальян и внезапно заметил то, что в кармане вылетела нахуй петличка из рекордера, и поэтому 10 минут звука записалось как ультразвук. Деса Шизи. Перезапишем, блядь. Я сука, сниму на него сегодня. DSA Шизи, новый кальян от самих DSA. Что стоит? Блять, все пиздец, на второй видос, все, блять, речь проебана. Появился он совершенно недавно, и стоит он 2800 на сайте у ребят. Что касаемо тяги. Давайте сразу, да, вот сразу нахуй, вот просто в обзор, блять, врываемся, потому что смысл уже жевать, да? Что у нас по тяге? 13 мм, есть диффузор, открывается, закрывается. Когда он закрыт, и вода попадает в шланг. Почему в горизонтальный порт? Охуительная идея. Далее. Продувка вот здесь. Я ее сфоткал в предыдущем видосе, когда его снимал. Я ее сфоткал, она вот здесь. Я вам ее покажу на монтаже, соответственно. Вы ее увидите. Вот. Как она работает, да? Давайте затянемся, продуем и поймем. И вы скажете, 2800, да? Но хуй там. Давайте посчитаем с вами немножко более рационально о том, что из себя представляет этот кальян. Это палка за 2800. Из нержавейки и полиацетали. Хорошо. Плюс-минус цена адекватной палки, да? Но 2800 за шахту и мундштук. Шланг мой. Давайте докинем вот сейчас тот комплект, который сейчас стоит у меня. Вот именно такой. Сверху Callout Phoenix от Альф, он просто не влез в кадр. Хорошо? Щипцы Warrior от Nomad. Возможно, вы купите себе обычные за 300 рублей. Поэтому посчитаем плюс 300 рублей. Открываем калькулятор, потому что мы охуеть великие математики. Пускай 2800, пускай 300 рублей вы найдете щипцы. Вот такой шланг стоит 500 рублей. 3600. Чашка от Японы Хуки. Косарь с моим промокодом, вот Ваня забей, минус 10% на сайте Япона Хука ты можешь получить и вот за косарь купить себе такую чашку. Плюс колодка, которая стоит дохуя дорого и вероятнее всего ты себе такую не возьмешь, возможно ты купишь себе там рублей за 300, да? А плюс, что еще плюс? Ну и плюс как бы колба, которая стоит 1300. И вот здесь мы получаем 6200 за комплекте. Да, если я все правильно посчитал, если неправильно, я может быть, колбу уже два раза посчитал, поэтому впишу цену вот здесь. Вопрос в том, что это выходит 5 или дороже 1000 рублей. При учете самых дешевых расходников, которые ты себе купишь, это 5000 рублей. Что у нас есть за 5000 рублей? Совершенно недавно был в обзоре Antera Hook, полностью из нержавейки, да, с более легкой тягой, но он был. Плюс из него можно сделать миник. Есть Honesai, две модели Urban, которые из нержавейки, один из них даже с колбой за 5500. Оно тебе надо? Если мы с вами рассматриваем эту новинку, почему бы не купить эко? Почему бы не купить другую палку? Дешевле. Да, это DSH. Да, тяга более-менее приятная. Продувка колбы. Ну, с двух раз полностью, хрен с ним. Маленькое блюдце. Зачем оно здесь такое придумано? Продувка. Типа вот, то есть за продувку 5000 рублей полностью в сборке кальяна или что? Я вот вопрос у меня такой возникает. Короче, пацаны, девчонки тоже. Я хотел вот этот видос. Первый был минут на 10. Там я рассказал прям пиздец. Здесь не вижу смысла это все опять продлевать и так далее. Любая другая палка или любой другой кальян с нержавейкой даже выйдет вам дешевле. Зачем нужно это? Хуй поймешь. Вот зачем? Я не понял вообще нахер абсолютно. То есть это просто потому, что DSH нужно было выпустить палку, получается. И все. Давайте так. Если вот в моей инстаграме сейчас проходит много розыгрышей. Они все, в принципе, туда перекочевали. Плюс есть телеграм-чатик, где ты можешь прийти и спросить мнение там или поделиться своим мнением обо всем, что творится в индустрии. Там у нас много ребят шарящих сидят. Так что можешь перейти по ссылочкам в описании и все это прочекать. Если вы согласитесь, я его хорошенько промою и я ему нахер разыграю. Спасибо огромное нашим партнерам, вот всем, Концептику, Японию, Бруска, Мунам, за то, что вот типа у нас есть денежка, чтобы покупать вот такие кальяны и рассказывать вам о том, почему их не стоит покупать и потом просто вам их дарить.
Пускай, блядь, этот кальян заберет себе тот, кому он нужен, там, на дачу, в машину с собой. Или там, кто хочет себе, там, другой кальян, у кого форбол, например, да, вот кто-то понял сейчас, чей огород камешек, да. Вот пусть человек, вот, у которого прям надо обновиться, там, с какой-нибудь уже устаревшей палки или мамуна, заберет его себе. Будем надеяться, что так и произойдет, вот. Еще раз огромнейшее спасибо нашим партнерам за то, что помогают нам в развитии канала. Ну, а за сим все, наверное, второй раз я не буду растягивать на 10 минут. Тебе спасибо большое за просмотр. И, как всегда, мы с тобой увидимся в следующем видосе.